Всем хай! Сегодня на Волгу решили скататься. Русик наш качает вон. Скажи привет, привет, Русик. Чё какой недовольный? Ты же веришь, что сегодня мы поймаем? Или ты не веришь? А вот. После вчерашнего ливня ночного просто ужас. Там вон дерево упало. Ну все, собираемся. Смотрите, сейчас заброс и бершмай. Он как будто этот, блин, розовый какой-то, да? Да, блин, вот тебе надо было замотаться. Не вижу. Это нормальный уровень? Нет, что-то стягивает, блин. Это мать. А. Залетел за это. Почему так залетел? Не сколебал, тот так слетел. Ну, карасик уже. Но. Хуже, чем комары даже. Хорошо, он прям ударил. Мелкие. Нормальный же. Нормальный. Лёш. Так, расслаблюсь. Бля, тяга хорошая. Нет, машинка. А? О. А там что, не один, что ли? На один дохлый уже. Один вообще. Фу, бля, воняет. Ножницы достань, просто ножницами порежь. Мы уплываем, бля. Не, ножницы нужны. Так, держи-ка. Если что, он разматывается, держи просто. Сейчас.
малюсенький, отпускаем. Не, маленький. Все в одну эту сторону кинули, аж лодку развернуло. Тяги нет, что ли? Судачок. Бля, у меня, смотри, что у меня тут, бля. Ну-ка. Фотосессия. Вот он меня и заколебал. Маленький. Блять, на нас как будто ебашен. Сегодня день азарта, короче. О, морковку сразу поменял. Далеко взял. Хо-хо, какой дикий, бля. Бля, я только что в ту сторону кидал, не было. О. Йога. От йоги у меня там хуй да маленько, бля. Сейчас вот еще один запрос сделаю, если что. Тебе тоже йогу надо ебать. Ух, бля, втер, ебать. Вообще там в лодке находится уже бабик. О! Бешеный, прям маленький, не бешеный. Берши, да, блин. А это судачок маленький. Ах, поклевка была. Вот так вот не спать. Ну. Короче. Нормал дыс. Одна единственная упаковка, которая внутри. Вот и все. О! Чуть-чуть расслабь, чтобы поближе к себе этот. Не-не, не подтягивает его. Держи. Подожди. Вот так вот. И к себе. Держик. Несуразно сел. Да. Ты живой? Вот здесь берет.
Есть, есть. Ох, бля, царик. Да? Это вообще малюсенький. Или нормальный? Да, нормальный. Прям силиконовый рыбачок. Завялить можно, бля? Некоторые можно 2-3 завел, да, пройти на путь. Это хороший, что ли? Не. Берш. Где он там? Он, бля, гоняет. И упирается. Убежь какой. Хорош. Че, подожди. Фотосессия, бля. На выбросе волна. Ё-моё! Кембу, бля? Берёшь. Маленький. Малипусенький такой. Машинка, да? Ну. Натуралочка, значит, нас. Дико шатать, значит. Нифига он, блин. Видеосъемки. Камера on. Сейчас смотри, шалдерно, и я его возьму. В том-то дело, что они вдруг. Они туда за 60 километров ездят, а мы сюда. Решили отдохнуть на берегу. На кукане, блядь. Бля. Сам хоть сам. Сейчас даже немножко ослаблю. Не поднимай так. Сейчас выйдет. Сейчас даже. Я врыз глубины. Хорошо шел. Хорошо взял. Не, с ударом.
Знаешь, чтобы якорем зацепил сам. Не, ну я поднялся. Сожрал тебя. Брызгами, блин. Мелкий? Ну да уж. Не рыбаком. Я придавился. Ты лодку самое главное не проткни. Я не с... так клюнул его. Ну, сопротивляется чё-то. Мелочь. Берш. А, да, берш. О, нормальный. Кстати. Давай. Да, что-то тяжеленький, бля. Хороший. Так, Ростик, хватай. Бля, лишний. Фрикцион немножко расслабь. Страшного, самое главное, я увидел. Ага, главное здесь есть, а так рыбы ну-ка. Вообще пофиг. А. А так рыбы вообще пофиг. Хорошенький, да? Да. Рыбка, бесстыжик, да, мало. Фрикцион расслабь чуть-чуть. Я же не за рыбы приехала на рыбалку. Да, она как? Блять, вот рыбы были бы сейчас, блять, таких, блядь, вкусняшек он цеплял бы, блядь. Хуяшки бы ты. Я же тебе джиг в тот раз подарил.
Изик же был у тебя. Бершей нет, поэтому судак есть. Ты меня волнуешь. Баллон, блядь, надулся. Заглотил что? Определенная глубина. Ё-май. Я еще звучит, блин. Что-то он у тебя тоже уже инвалидный, да? Да. Вот здесь. Аж кончик прям сыграл так. Сейчас забросик еще. Сейчас мы его вытащим. No problem, motherfucker. Канаты такие, блин.
на 40 тонн, блин. Они-то? Кидай, пофиг. Льдышки надо, льдышки. Сука, на вывесе нападение взял. А что он делает? Да нет там у тебя ничего, что ты там разочиняешь, что-то. Бёрышко. Совсем гусь. Давай. Чуть-чуть. Не, к себе потяни так. Смотри, что вниз на месте. Нормальный же. Бля, сошел. Бля, не за камерой. Дернул он резко. Прям, блядь, такой удар, нахуй. Видимо, этот крючок маленький, бля. Короче, в сторону берега надо кидать сейчас. Ты, это, наверное, тот же, которого я отпустил. А, нет, бёршик. Зато аккуратненько так этот выплюнул. Вот, надо освежить. Да, блядь.